Смотрите, книги, например, вы читаете книги. Если только развлечение, вы забрасываете, не дочитываете ее. Ну или дочитываете и забываете сразу же о ней. Если только знания, там, как учебники или что, то вам неинтересно их читать. Если только какое-то общение, например, какое-то там видео, то вам тоже это тусовка. Оно ничего не дает вам. Понимаете? Ни знаний, ничего. Если давать три составляющих, то тогда человеку будет интересно всегда. Давать где?